же придаю предпочтение что-то быстрое и полезное. То есть я сейчас, если раньше заморачивался что-то готовить, то сейчас максимум, что могу там приготовить, это мясо какое-то там по-быстрому, не заморачиваться, просто без ничего. То ли это филе куриное, то ли там, я не знаю, стейк какой-то говяжий. Ну и овощей. Если раньше все это вместе мог тушить, все вместе, как в одной куче, то сейчас пытаюсь побольше свежего, сырого есть. Как бы вот так настроил себя. То есть кусок мяса и овощи. Ну, могу там какие-то там гречку или макароны, конечно, закинуться. Но это как бы не важно. Важно кусок мяса и свежие овощи. Ну, фрукты, опять же, молочку, творог. Там намешаешь себе какой-то. Тоже салат, творог с фруктами, еще там сметану можно, какие-то там, с карамелью, с вареньем, с джемом. Ну, как-то так. Воды много сейчас начал пить. То есть я уже давно как бы пью воду. То есть как бы вон, постоянно вода, бывает чай, кофе. Пиво, вот не знаю, вот по сути не люблю его. То есть вот именно как бы, как напиток, там спиртное не люблю. Но вот почему-то в бане хочется, не хочется там ни сладкого, ничего не хочется. Вот хочется холодного и не сладкого. То есть вот пиво могу бутылочку взять выпить. Но я в бане тоже часто не хожу. Но когда хожу, бутылочку пива с какой-то рыбой могу съесть. Водка или виски? Нет, это вообще я вообще, короче, не пью. Виски вообще, водку бывало когда-то там на какие-то праздники. И то не люблю все это дело. Бывало там из уважения кому-то там можно было стопарь опрокинуть. Из уважения к человеку на день рождения. А так всегда, в принципе, все в понимание входили. Я говорю, я спортсмен, мне не нравится, я не хочу. Никто меня не заставлял. Но это как бы уже, когда я в Москве появился, как бы тут боль больше к спортсменам уже привязан был. Но, конечно, очень бесило, когда там заставляют. Очень бесило, люди не понимают и пытались мне сказать, что это прикольно, классно. Ну, я пытался этих вечеринок избегать и убегать вообще нафиг оттуда. Вся правда о силовых видах спорта на канале «Железный рейтинг».